людям, потому что сил средств хватает. На тот момент уже хватало. Эвакуировали 6 человек оттуда. Так. Пока еще не знаете, есть кто-то? Да, включая ребенка. Ну, некоторые спали. Меня разбудили, я спала, вот у меня первая квартира, вон, понимаете, вот сверху, вот. Вот я через окно, меня вытащили. То есть вы спали и вас вытащили, да? Да. Ничего я не знаю, понимаете? Тут уже, я когда вышла, тут уже в той стороне полыхает, как крыша уже полыхала, когда я оттуда вышла. А с какой квартиры вообще начался, не знаете? Не знаю, она с той стороны, со стороны этот вход нам, коридор вот этот, заходить. Меня вытащили, там горело, уже так крыша горела, когда я выходила. Баллоны, да, могут взорваться? Там и так баллоны находятся, могут взорваться. Да. Кого документы сколько? А, бегали за документами? Да. А что могу сделать? Там вообще все, там хана, там все квартиры горят. Понятно. Ну а из-за чего, не знаете, да, начался? Они даже сами не могут понять. Там все квартиры горят. Я понял. А нет предположения, что вообще в коридоре, вот в этой пристройке начался пожар? Или в какой-то из квартир? А вообще, я думал, что чердак. Чердака? Ну, смотрите, весь чердак горит. Здесь череда горит вообще-то. Понятно. А вы как почувствовали пожар? Вы спали, да? Да, я спал, мне женщина постучала. Она говорит, вы горите. Я стал это, ну, хотел выбежать это, ну, через дверь, но там все полыхало, я уже все не мог. Понятно. Я уже не мог, ну, все, сразу вообще. Там баллон газовый. А смотрите, вот там баллон газовый, там полыхал. Вот так вот. И там базовый. Ну, а там, ну, баллон газовый, ну. А там все квартиры просто, все. Я там вот сейчас вышел, и я охренел.
Сколько лет здесь прожить? Я говорю, сколько писали, сколько я им Ленинград писала, Москву писала, говорила, что провода гнилые. Что мы горим уже чуть ли вот тут пятый раз. Куда мы долго не писали, никто на нас ничего. Никому мы не нужны в этом доме. В прошлый раз горели. Пошли, написали письмо, я пошла. Перед ними поплакала, поплакала. Никто ничего. Гнилой крысами покрысала. Я писала, говорю, крысы бегают, говорю, ну, за этой. Провода, говорю. У нас даже сама по себе вот квартира, сама по себе загорелась. Изнутри, хорошо, сын вернулся, вышел на работу и обратно что-то вернулся, смотрю, вся розетка загорелась, просто так, изнутри где-то вот оттуда. У вас будет капитальный ремонт, 37-го года моя квартира горит, в 37-м году. Он построен, да? Не, будет, только ремонт, моя квартира горит, все. Вадим, вот вы депутаты этого округа, и вот такое несчастье произошло с людьми. Как вы считаете, администрация или как власть вообще должна помочь? Любыми способами помочь людям решить эту проблему. Вот на носу зима, и народ остался без крова, жители. Я считаю, что эту проблему мы поднимем обязательно и найдем пути решения. Никто не останется без крыши на голове. Все, давай, сколько у нас сейчас этих стволов? По твоим данным. Выше? Все, хорошо, давай. Квартир было здесь? Тут было 10, но здесь уже не жилые были. Вот эта квартира, верхняя, я задела, это тоже тяжелая была. Только мы здесь, вот там. Кому ничего, мы уже 4 раза горим. 4 раза, говорю, мы летали ночью в Шанскоте на улицу. Голиком, блин. Я вчера печку подтопил немного, она у меня чуть подымливает. Но я вначале проснулся, чувствую запах дыма. А потом думаю, а может быть просто печка у меня со вчерашнего дня. А потом думаю, нет, что-то не то. И посмотрел в окно, глянул там в прихожей, смотрю, пламя просто там огня. Я хотел выйти через дверь. Я смотрю, с кухни огонь прет, не огонь, а дым прет просто. И я уже просто к окну и стал разбивать окно. И хотел вначале выпрыгнуть, а потом думаю, документы. Ну, успел документы только взять. А потом уже просто хотел выпрыгнуть, а потом нет, попробую спуститься. Ну, спустился. Да и пожарку хотел вызвать, что-то номер у меня не было. Женщина проходила мимо, я ей кричал, я говорю, быстро зовите пожарку. Я понял так, что это было где вот дверь вот входная, огонь его пер оттуда. Просто. Ты можешь сказать? Это могла быть лестничная площадка, может быть, либо сама дверь, или там за дверью. Да. Девушка, подскажите, а вы житель этого дома? Да. А подскажите, а теперь куда вы пойдете жить, где на вы будете? Улицу. А вот на улицу и пойду. У меня еще ребенок несовершеннолетний, 9 лет ребенку, прописка. Вот куда мы теперь будем, а? Кто здесь жил, рассказывает, что здесь, ну, что был поп, жил первый этаж. До 17-го, а потом уже второй этаж пристроили. Потом была здесь это вот в нашей госпиталь квартире был войну. Госпиталь стоматология, был. Госпиталь войну был здесь вообще как мало. А, вот сейчас произошел пожар. Как вы думаете? Скорее всего, это поджог. Поджог. Так это же видно. Нас прям уже три раза поджигало. Смотрите. В подъезде, как я вот сам электрик, там как таковой проводки не было. Вот пошел пожар, вот видно, что... С подъезда. Подъезда, вот именно с главного входа. Это подъезд, уже так было у нас не раз. Нас поджигал с первой квартиры сосед. Три раза он нас поджигал. Трижды мы выпрыгивали, нас тушили. И вот тут у него всю ночь гулянка, пьянка была. Все на него были. Вот Ну на том посмотреть сразу видно, откуда пожар пошел. В 7:15 я выходила из квартиры. В подъезде даже лампочки нету.
Там освещения такого не было. Уже четыре раза горело. Постоянно бычки валяются вокруг. Я устал их убирать. Первые квартиры постоянно там гуляют. У меня гуляли, у меня всех милиция забрал. Я лег спать, все нормально. Трижды нас он поджигал. Просто поджигал, все. И главное, все три раза он обнаружил пожар. Ну как так возможно? Всех будил сам лично. Ведь гори, сам уже на улице. Ну не всю ночь у него гулянки были. Под утро забрали, говорят, друзей его на косу. А кто орал, говорит, не нальете мне стопку, я, говорит, подожду. Вот и результат. Нет, все нормально было. Но милиция забрала всех. Сейчас протушат, народ должен забрать документы здесь. А может, какие ценности остались. Потом соберемся и объявим свое решение. Поселим на первое время, наверное, в гостинице, а дальше видно будет. Может, резервный фонд есть, я не знаю. У меня такой информации пока нет. Ну, то есть на данный момент собирается комиссия по решению этого вопроса? Да. По временному размещению пострадавших. 9.09. Горит дом по улице Таможенной, на город Кингисепп, на место выехали с 30-24 ПЧ, и по прибытию повысили номер и вызвали еще 126-ю и 125-ю пожарную часть. Горело со стороны подъезда первого этажа и второй этаж перешло на кровлю. На данный момент первый этаж и второй этаж все зачистили, работаем по тушению кровли. Повышенный номер 1-10. Повышенный номер вызова 1-10. 1-10. 6 человек эвакуировали по прибытию. Один из них ребенок школьного возраста. Также эвакуировали оттуда газовые баллоны с места пожара, чтобы не было угрозы взрыва. Работают 5 стволов. Понятно. По тушению. С применением механической лестницы и 4-коленных лестниц. Я не понимаю.